Всем привет, друзья, подписчики. Мы на канале Ищем Рыбалка. Приехал с друзьями с ночевкой. Приехал на Каменную Старицу. Время уже 7 вечера. Сейчас на лодку садимся и заплываем. Сегодня нас четверо. Мы на двух лодках. Одна лодка вот такая. Один вот. Ну, мне кажется, хватит. Калибри. Одноместный. Мне кажется, хватит. На удочку наловили тут чебачков и акушар. Сейчас пойдем поставим кружки и будем рыбачить, спиннинговать. Возможно, сейчас в пути встретятся сети. Мы его, конечно, обтрусим, протрусим и вытащим сети и сожгем. Если, конечно, встретится. Нет дорогу браконьерам. Наш жизненный принцип. О, есть! С первого заброса. Ух ты, мелкий. У нас два кружка перевернуты. Давай, ты мне говори. Может, от ветра. Хайп стоит от козыр. Так. Не знаю, что есть, что нет. О, есть одна. Щучка небольшая. На уху пойдет. Вообще. Ай да. Французской рулит. Крючок французский. Надо вытащить. Это который кривой? Алсина. Алсай, жило. Так, съеду мнана. Вот этот. Второй сработка. Сейчас посмотрим. Стоп. Тохтат. Тохтат. Ничего нету. Нормально. Отчу. О, видишь, прыгает. Шорта секрет вот раз. Ребята, недавно на днях ездил на рыбалочку, на вечерку. Видео не получилось, но я пару щучек поймал. Если интересно, посмотрите. Я маленький ролик включу. Приятного просмотра. Мелочь. Сейчас мы его поймаем. Опа-на! Вот она, вот она. Мелкая, конечно, мы же его отпустим. Опа-на! Чуток заглотнул, ё-моё. Капец, она заглотила. А, нет, все удачно, спасли. Гуляй, Вася. О! Щит! Испугался я. Ух ты, вот это да! Дождался, да?
Путь поднял, видишь, пришел. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Че поймали-то? Ну ничего, пару штук поймали. Хорошие? Ничего. Кило? Килочек больше. Ну у меня 4 срыва было. Двое большие были. Ходит много. Да. Чисто. Здравствуйте. Здравствуйте. Чисто. Здравствуйте. Ничего, как ваше здоровье? Ничего, пойдет. Ух ты, хороший. Смотри. Толстенький. Все как должно быть. Хороший. Да. Да, так что и окуня поймали. На что ловили? На такие? Вот такие. Так, ребята, выплыли. Поймали 2 щук. 2 поймали. Чуть попозже уху сморганем или под утро. Сейчас пацаны шашлыки жарят. Друзья. Ой, спина болит, капец. Одна попа ужасно уже. Месяц болит, наверное, гайморит. Не жили дерьмо же? Да, мы попробуем. Вот этот мангал мне сегодня подогнали. Хороший мангал. Класс. Он с ножками. Ручная работа. Ручная работа. Ребята, ручная работа. Рахметчик. От души. Короче, у нас, ребята, вот такой водяра, водка 98-го года. Как мне сказал Михалыч, он крышка даже вот этот алюминиевый. 98-го года водка. Досток, дружба. Не знаю, пить не пить. Итог вечерки, короче. 2 щучки. И бабка нас подогрела 2 окунями, да? Да. Сейчас да. Уха получится. Дай бог ей здоровья. Дай бог здоровья. Уху. Белочка пошла, ребята. Первая игра, козырь, крест. Да. Кто проиграет, тот вот там рыбу чистит. Так, наступило утро. Пацаны заплыли. Везде бардак, короче. Палатки, короче, не спали, там палатка, там на одного человека, вчетвером сели, там карты поиграли вчера. Все спали в машине. Ничего не охота делать. Главное, чтобы пацаны поймали что-нибудь. Я свой поймал. О, что-то есть. На живца. Вот это окуняра. На живца сразу схватила. Окунь. Окунь. Шабак парген. Вахтельма. Короче, я пешком пошел и вытянул их. Пацаны поймали, молодцы. 5 щук поймали. Так, короче, наша уха. Уху попили. Обратно. Пошли к жаре. Ну все, ребята. Рыбалка наш ночевой закончился. Слабо, слабо, очень слабо. Поймали около 9 щук. На вечерке 2 поймали, под утро 7 штук поймали, в общем. 9 щук поймали. Небольшие, конечно. Главное, уху поели, шашлык покушали. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, ребята. Смотрите, ни грамма мусора. Все с собой забрали. Пол мешка угля оставили рыбакам. Уголь. Пол мешка оставили. Все с собой забрали. Кто на рыбалке, всем не хвоста, не чешуи.